Приветствую, дорогие армяне! Что у нас сегодня? Сегодня у нас 3 декабря 2022 года, 4:54 вечера в Нью-Йорке. Приветствую всех! Приступаю к серии программ, которые по предложению моего друга с одного из чатов будут называться «Разоблачение мифов». Они носят любительский исторический характер, эти программы, естественно, подчеркнутые из известных источников. А вопрос обстоит в том, что жили мы себе, жили армяне на этой земле, и у нас, у армян, никогда не возникал вопрос такого рода. Откуда мы взялись, так? Пример. Ну вот, нас пытаются убедить, что мы из Индии. Очень хорошо. А гений, армянский гений Месроп Маштоц, который помог создать армянский язык, и об армянском языке мы будем говорить отдельно и довольно долго, потому что мы будем говорить о процессе создания языка и о том, что язык в себе содержит колоссальные загадки, которые в него помещены через Месропа Маштоцем, тем, что руководило Месропом Маштоцем. Скажем так, но это, опять, это мое субъективное мнение. Это музыка из Ливана. Существует причина, почему я поставил эту музыку из Ливана. Я вам сейчас скажу. Значит, что-то похоже на наш дудук. Играет замечательный, такой симпатичный араб. Прелесть. Ливанцы. Эти программы будут касаться разоблачение тех мифов, которые созданы в последнее время, последние 30 лет, якобы представителями султаната и так далее. Но на самом деле существуют конкретные научные центры, которые работают над созданием парадигмы о том, что мы чуть ли не фейковый народ, да кто мы такие, откуда мы взялись, что мы из себя представляем. Оскорбление, искажение нашей истории, искажение нашей сущности, издевательство над принципиальной основой существования армянской расы, а я повторяю, мы не только нация, мы раса, и это антропологический компонент. Если вы не понимаете, о чем идет речь, ничего страшного, спросите своих старших, так сказать. Относитесь ко всему серьезно, не болтайте. А вам нравится болтать? Ведь эта болтовня в результате вам боком выйдет. Вот, допустим, ваши разговоры по поводу того, что вот вы хвастаетесь, что вы первый христианский народ. Мы не хвастаемся, мы говорим тот факт, что нам известно, что мы приняли как народ христианство первыми. Тут нечего хвастаться, не хвастаться, это все факты. И вот тут же нам бросают карту. А почему о вас в Библии ничего не говорится? Говорится. То, что другое дело, Библию переписывали и стирали всю информацию о нас, понимаете, и стирают до сих пор во всех источниках, насколько можно, это другое дело. То есть, видите, вот мы коснулись, значит, происхождения, мы коснулись того, как товарищ Месроп Маштоц пересек эти тысячи миль океана, приехал в Эфиопию эту. Эфиопию, вы понимаете, вообще, ну вот натяжка. А почему он не поехал в Антарктиду? И вот оттуда якобы украл армянский алфавит. Это до какой степени примитивное мышление. Какими же надо быть примитивами, невеждами, думать, что кто-то может приехать в какую-то страну, взять их алфавит и использовать его как свой, вместо того, чтобы сказать следующее. Сейчас вы это увидите и услышите. В общем, будут эти передачи, они продолжаться. Сегодня первая передача. И начнем издалека,
чтобы вам неучим и невеждам, вам тем, кто наносит ущерб современной цивилизации, вам тем лицемерам и продажным душам с ЮНЕСКО, которые не заинтересованы в сохранении культурного наследия человечества, вам надо закрыть эту организацию, а нам, армянам, в компании со всеми другими людьми мира и знания создать отдельную публичную организацию, которая будет иметь кардинальное значение для анализа и сохранения инициативы в трактовке современной человеческой цивилизации. Подобного рода публичную кампанию надо приглашать всех. И закавказских татар, тех, которые образованы, и грузин, тех, которые образованы, и русских, тех, которые образованы. Ну, естественно, не забывать избранных, тех, которые образованы. Я говорю о тех, которые образованы, я их резко отделяю от их собственных народов, от ментальности. Армян, тех, которые образованы. Дело не в том, кто был первый, а дело в том, какая суть того или иного явления. Как бы я был бы рад и как бы я был бы благодарен тем же грузинам, скажем, или еще кому-нибудь, если бы я знал, что там был какой-то там гагик или еще кто-нибудь, который создал сначала свой грузинский язык, очень хорошо, поздравляем, а потом помог нам, армянам, приобрести свой язык. Разве я не радовался бы подобному, не был бы я благодарен? Вы меня понимаете, о чем я говорю? Это вот примитивщина, вот это вот дворовые терки, это тупость, которая является основой взаимоотношений вот этих вот кавказских народов. Вы меня, ребят, не обижайтесь, но вы невежды, дикие. И вы на себя берете право, вместо того, чтобы ставить все под вопрос, например, так, и по-человечески с друг другом общаться, вы все время все утверждаете о том, о сём. А для чего? А какая разница? У кого долма лучше? Долма шикарная, ребята. Ребята, в султанате очень вкусная еда. И скажите мне, что я вру. Вот у этих закавказских татар, у которых существует солянка сборной кухни всех народов, которые там живут, шикарная еда. Ну и что? А что, у перцев плохая еда? А вот у англичан отвратительная еда, у ирландцев отвратительная еда. Ну что, от этого ирландцы хуже, как люди? Вы меня понимаете? Ну хватит, вы надоели, вы задолбали, вы невежды, чертовы невежды, тупицы. Вы задолбали, вы не хотите идти в ногу со временем. А время от вас давно уже ушло. Итак, программа эта будет довольно долгая. Сегодня я буду ее делать, завтра, послезавтра и так далее. Она называется «Первый». И в этой программе, дорогие друзья, я рассказываю вам о Финикии. Это все связано с идеей о том, что наш Месроп Маштоц пересек океан, море, океан, попал в Эфиопию, ребят, внимание, в Эфиопию, украл у них их алфавит, привез его в Армению и сказал: «Это наш алфавит». Понимаете, да, вообще, что говорят? Понимаете, дремучесть этого всего? Поэтому я решил потратить достаточно времени для того, чтобы вам, эказианцам, смаказианцам и всяким другим странным существам на этой планете объяснить, как прекрасен этот мир. И какие вы ничтожества, что не понимаете, что мир – это ваш, наш. Это одна земля, это одна колоссальная человеческая культура. И мы являемся наследниками древних народов. И скажите спасибо, прекратите гадости говорить на то, что вы не понимаете. Хватит врать. Вы заврались. Итак, я останавливаю эту прекрасную музыку из Ливана. И сейчас я вам объясню, почему из Ливана. Дело в том, что начнем мы с самого древнего реального алфавита, который был создан финикийцами.
Я читаю с английского, это синхронный перевод. Финикийцы говорили на семитическом языке. Внимание, не учи. Семитические семиты – это не евреи. Хорошо? Семиты – это семиты. Вот знаете, кто семит? Ну, вот к примеру, да? Ну, очевидно, что вот этот, его команда Ясер Арафат, эти палестинцы – это семиты. Поэтому не делайте, не заменяйте слово «семит» на «еврея». Может быть, что часть евреев – семиты? Может быть. Но не забывайте, что семиты – это не евреи. Семиты – это семиты. А евреи, ну, имеют какое-то отношение к семитам определенное. Очень может быть. Но вот ашкенази евреи, те, которые управляют Израилем и всем миром, они не семиты, они никакого отношения. Может, там несут какое-то количество ДНК, да, по-русски говоря. Поэтому было полно потрясающих семитических племен. И эти семитические племена – непосредственно те, которые называются финикийцами, не евреями, не хибру, финикийцами. Это другие люди, другие существа. Их им назначают, их определяет наука как тот народ, та группа людей, которые каким-то гениальным образом изобрели буквы и алфавит. Ну, ученые, не я, пожалуйста, я от себя ничего не говорю. Я просто проясняю от себя кое-что. Ученые говорят, что финикийцы создали алфавит. Он был нужен, потому что они занимались торговлей по всему миру. И дело в том, что это был очень легкий алфавит. Первый реальный алфавит для современного человечества, который помогал им общаться друг с другом и заниматься торговлей и распространением чего? Цивилизации. Система писания была намного, ну, вся система писания, вот этим алфавитом, была намного проще, чем египетские иероглифы или месопотамские кюниформ. Что такое кюниформ? Ну, когда вот на табличках разного вида называется wedge-like. Wedge-like. Wedge – это... Вот не знаю по-русски как. Вот, допустим, вот стоит дерево, в него вставляется такая деревяшка, которая наверху толстая, внизу узкая. Ее бьют и разбивают дерево. Вот это похожее на wedge, на эту форму, написание. Вот это вот на табличках, да, написание. Этот алфавит, о котором мы говорим, финикийский алфавит, демократизовал письменность и сделал это так, что теперь все в состоянии было это понять. Это не было месопотамские кунеиформы, и это не было египетские иероглифы. Вы понимаете, что такое иероглифы, да? Они отражали, иероглифы отражают, допустим, вот это дождь, к примеру, так, вы меня понимаете? А вот это дурак, это иероглиф. Значит, финикийский алфавит, поэтому была и финикийская музыка, Финикия – это Леван, состоит из 22 слов. Из 22 букв. Каждый из этих букв – это звук больше, чем скажем, слово или фраза. Вы понимаете, да? То, что вот мы, допустим, в русском языке имеем, мы, допустим, русское «ре» – это же не слово и не фраза, это «ре», это буква. То же самое было у финикийцев. Внимание! Вот этот язык величайшего вот этого финикийского народа создал базис для двух других языков – еврейского и арабского. Вот теперь вы мне скажите, злопыхатели и невежды, что ж, евреи украли у финикийцев их язык? Или арабы украли у финикийцев, да не язык, алфавит? Еще раз спрашиваю. Месроп Маштот пересек тысячи миль, чтобы пойти украсть эфиопский алфавит. Это же надо додуматься, а? Это же надо быть вот в такой степени уродами, предлагать, что надо для этого пересекать моря, океаны, чтобы позаимствовать и сказать, что это мой. Безимдер, опять вы начинаете свою ерунду. Так вот, слышите, безимдерщики, дело в том, что история человечества,
она идет отсюда и дальше, и оно все взаимосвязано. Вам это непонятно? Нет? Но теперь будет понятно, невежды. Значит, идет это распространение цивилизации, и оно заимственное. Люди заимствуют друг у друга информацию. Я заимствую эту информацию от друзей, от интернета, из разных боб, книг и так далее. Это заимствованное. Поэтому вот евреи, они своего алфавита, естественно, не имели. А он был создан на базе финикийского алфавита. Арабы своего алфавита в том виде, как мы думаем, не имели. Но финикийский дал толчок. Вы понимаете, о чем я говорю? Это же не значит, что финикийский народ лучше евреев или лучше арабов. Или он первый, а те вторые. Это значит, то, что было, то было. И успокойтесь уже ради Бога. Успокойтесь, закройте рот. Хватит пошлить. Вы надоели, вы страшно невежественные существа. Вам, вот знаете, вам бы совет заткнуться, самое лучшее. Сажайте свою зелень, помидоры и так далее. Помалкивайте, вы надоели. Вас никто же не слушает, ребята, вы никому не нужны. Сколько можно гадостей говорить, сколько можно выдумывать. Слушайте дальше. И вот после этого... Этот алфавит финикийский дал толчок кому? Греческому, который, в свою очередь, дал толчок чему? Латинскому, римскому. Ребят, вы видите, какая наследство? Так значит так, греки украли у финикийцев их алфавит, а римляне украли у греков их алфавит. Ну, напоминает вам историю Месропа Маштоци и эфиопов? Мы не говорим о каких-то армянах, так сказать. Мы говорим о греках, мы говорим о римлянах, мы говорим о гениальном Египте, мы говорим вот об этих людях, которые называют себя хибру, которые ничего гениального я пока в них не вижу, кроме того, что Безимдер на полную катушку. Они, кстати, вас научили, Безимдер, эти хибру. Значит, финикийский алфавит является прародителем европейских и восточноевропейских алфавитов, таких так же, как индийского, Южной Азии, Эфиопии, внимательно. Итак, финикийский алфавит является прародителем эфиопского алфавита. Почему? И корейского. Почему я настаиваю на этом? Потому что, когда я вам привожу идею, что эфиопский алфавит не самостоятельный. Самостоятельный он был с нашей точки зрения, с точки зрения сегодняшней науки, только один пока. Это был финикийский алфавит. Этот гений там, этот семит, семит, антисемит, этот семит, этот наследник этих гениальных людей – создал алфавит, который был предтечей всех алфавитов мира. Понятно? Включая, не слышу, эфиопский. Это тот, что Месроп Маштоц украл. Так скажите, Месроп Маштоц украл что-то у финикийцев? Чего молчите? Вы даже не знаете, откуда что, откуда ноги растут. Но болтать, боже мой, преемственность культур, преемственность языков, преемственность алфавитов, смешение народов, смешение культур – это все создает потрясающую эволюцию, прекрасную эволюцию, диалектическую эволюцию развития человечества. Вы меня не заставляете особенно переключаться на закавказских татар. Ребят, плакать будете. Вы лучше молчите и слушайте, что вам говорят старшие. Ой, боже мой. Буква «О». О, ау на английском, о на русском, так и не изменилось с того момента, как финикийцы приобрели свой алфавит 1300 лет до Рождества Христа. Финикийские письмена читались справа налево, точно так, как я буду называть евреев «наши друзья». Наши друзья, хорошо сказал? Или, может быть, сказать, только бизнес. Те, для кого все, только бизнес. Вот, может, так пойдет. А? Или наши друзья. Я думаю, наши друзья. Итак, наши друзья и арабы.
То есть это было справа налево читалось. А, допустим, в русском языке, в армянском, в английском читается слева направо. Дело в том, что огромная разница между финикийским алфавитом и нашими алфавитами заключается в том, что в алфавите финикийском не было гласных. Я думаю, все понимают, что такое гласный. Да? А, О, Ю, Ву. Под финикийской системой двух слогов, таких, допустим, возьмем слово «драма», которое по-английски читается «драма», на русском «драма», на английском «драма», то же самое слово, звучало бы приблизительно 9 разных произношений. Например, «драма», «драму», «драми», «дрима», «дриму», «дрими», «друма», «друму», «друми». Почему? Потому что гласные звуки в финикийском алфавите, который был первобытный алфавит для всего человечества, они не были специфическими. Вот поэтому было очень много разногласий в этом плане. Так? Многие люди в состоянии, которые были читать, понимали, что означает это слово, без того, чтобы обращаться к разнообразию влияния этих гласных звуков, отсутствия гласных звуков. Ну, конечно, было очень много потенциала для непонимания и конфузии. Греки, которые украли, как вот Мишроп Маштоц у эфиопов украл, а греки украли у финикийцев. Ну, говорите об этом, попробуйте, скажите. Они улучшили финикийский алфавит тем, что они ввели туда гласные, греки. Ну, понимаете, это диалектика развития цивилизации, культур, алфавитов, языков. Это нормальное состояние. Никто ни у кого ничего не ворует. Оно развивается, оно здоровое, нормальное состояние, ребята. Ой, Боже мой. Согласно знаменитой книге Гиннесса, наиболее ранние примеры алфабетической записи были на глиняных табличках с 32 cuneiform letters. Letters, помните, кунеиформа, да? Которые были найдены в Угарит, Сирия. И это 1450 год до нашей эры. И так далее, и тому подобное. Я не буду вдаваться в эти подробности. Согласно нашему вот Нью-Йоркскому музею, Metropolitan Museum of Art, популяция, которая была смешана с Canaanites. Canaanites – это обитатели Леванта, хорошо? И Хуриенс из Сирии и Северной Месопотамии. Эта группа населения, она использовала вот этот вот семитический язык, который в себя включал финикийский, так, наших друзей, так, и арабов. Хорошо? Дальше. Идем дальше. Чтобы вас не перегружать, не хочу перегружать вас всякой дополнительной информацией. Вот перейдем прямо к истории финикийского алфавита.
Значит, ученые предполагают, что финикийцы развили свой алфавит, эти гениальные люди, эти семиты, семиты, антисемиты, а вот бросаются словами люди, боже мой, для того, чтобы держать в порядке свои записи бухгалтерские. Хорошо? Видите, как все. Вы слышите, невежды? Не наподобие египтян с их иероглифами, в которых большое было количество картинок и символов, чтобы передать звук, финикийский алфавит использовал небольшое количество символов, чтобы передать звук. Ну, то, что вот сегодня в наследнике финикийского алфавита. Наследники, все алфавиты, наследники финикийского. Так что Мишроп Маштоц украл у них, у финикий. Ребят, вы ошиблись. Ой, боже мой. Ну вот, рассказывают это необыкновенное все и так далее. Финикийцы возили свой алфавит с собой, поскольку они занимались торговлей. Эта система была взята на вооружение семитическими людьми, арабами, персами, ассирийцами. Дальше. А потом, вот слушайте, вот какая вот динамика, какая диалектика здесь. А вот потом она нашла свою дорогу в Индию, потом в Грецию, потом в Италию, и потом, а вот теперь остановка. Внимание! Еще раз повторяю, я хочу, чтобы вы поняли. Эта система, финикийская система, которая была подобрана, взята на вооружение семитическими народами, арабами, персами, ассирийцами, постепенно нашла дорогу в Индию и в Грецию. Вы слышите? Согласно сегодняшним историкам, не невеждам из султаната и теми, кто за ними стоит и говорит гадости про наш народ и про наши, про наш алфавит, про наши традиции, это финикийцы, которые дали толчок этому потрясающему развитию алфавита в мире. И так они нашли дорогу потом в Грецию, в Италию и, повторяю, и в Эфиопию, в Южную Эфиопию. Вот и все. Хорошо? То есть никакого оригинального эфиопского алфавита, так же, как оригинального греческого и итальянского. Ребят, все взаимосвязано, поймите, не надо никого унижать, не надо никого принижать, не надо никому говорить, кто-то кого-то что-то украл, стырил. Это засуньте себе, вы знаете куда, ребят, то место, где никогда нет света, хорошо? Безимдырщики, ребят, вас одним словом только надо называть, безимдыр, безимдырщики. И, кстати сказать, наших друзей, видимо, тоже надо называть безимдырщики, потому что, мне кажется, это от них все идет. Вот эта идея, что это наше, а вы все тупые, у вас ничего нет, это ужасно. Вместо того, чтобы говорить, слушайте, это наследственное, это диалектика развития цивилизации на планете Земля. Оно никакого отношения не имеет ни к Ветхому Завету, ни к зороастризму. Это цивилизация. Она параллельно существует с небылицами, которые впихивали в башку людям, те, кто ими управляли, для того, чтобы держать их под контролем. Эта фраза не отрицает существование высшего разума. Это совсем другая история. Но контролировать людей в разных частях мира, используя религиозные рычаги, для того, чтобы этого зверя, человека держать под контролем, это была необходимость. А что я могу вам сказать? Другое? Поэтому вот вам ваш великий эфиопский язык, так, который всего лишь наследник, согласно тому, что вот мы знаем, сегодняшняя наука, финикийского. Почему вы на финикийцев не обижаетесь, что они такие умные? Эти семиты такие умные. Я вам расскажу как-нибудь, почему семиты такие умные. Есть на то причина, кстати. Ну, в общем, вот, пожалуйста, вот статья продолжается. Финикийский алфавит и греки.
А прописной греческий язык появился где-то в районе 9 столетия до Рождества Христова, и его наиболее старые записи были на какой-то вазе 8 столетия до Рождества Христова, переданный как трофей или завоеванный как трофей. Там было написано, кто из тех, кто танцует, танцоров, сделает танец наиболее прекрасным и будет танцевать лучше всех и счастливо, пусть он получит эту вазу. Хорошо? Понимаете? Понимаете? Не головы отрезать, не на трупах скакать, не говорить, что мы этот вас всех там, Ереван ваш заберем. Вас, вы тысячи лет назад, ребята, какие же вы дикари, боже мой. Значит, раннегреческие записи, они напоминают финикийские. А вас это удивляет? Вы же знаете, что греки украли у финикийцев алфавит? Кто мог читать на древнем финикийском, мог также читать на древнем греческом. Клёво! Вы видите, какая связь? Связь времен, связь культур. Не надо было воровать для этого. Это было натурально все. But over the time the Greek alphabet changed considerably. Со временем греческий алфавит очень сильно изменился, и греческий алфавит до этого шел справа налево, теперь поменял слева направо, пошел. Вот так. Греческий язык писался только заглавными буквами и без всяких точек, запятая и так далее. Примитивщина. Не было даже параграфов. Ну, не было. Даже не было расстояния между словами. Примитивщина. Вот вам великие греки. А никто не может сказать, что греки не были великой расой. Поразительно, вот посмотрите, ну, несмотря на это, древнегреческий язык, он связан с современным греческим языком. Ребята, ну посмотрите, что делается. То есть древнефиникийский связан с древнегреческим, древнегреческий связан с современным греческим языком. Но дети, которые идут в школу, могут читать Аристотеля, написанные на древнем греческом языке, прекрасно могут его читать. Но вы понимаете, какая преемственность культур, цивилизаций и времен? Греки, а вот теперь, как говорится, вишенка на торте по поводу Месропа Маштоца, который, ух, как он своровал все. Греки заняли 19 букв из финикийского алфавита. Вы посмотрите, что значит цивилизованный мир лингвистов. Они пишут, греки заняли, взяли в долг 19 букв из финикийского алфавита. Ребят, вы понимаете, что я вам говорю? Что греки украли финикийский алфавит. Ребят, ну нельзя так. Нельзя, вы понимаете, это вы позорники, вы обиженники. Вы обиженники от культуры вашей, которая отсутствует. Я извиняюсь, не обижайтесь, если у вас была бы культура, вы бы молчали, вам лучше бы помолчать. Почему? Потому что это удел специалистов, лингвистов, культурологов, разного рода историков. Если среди вас образов... Конечно, есть среди вас образов, но вы им рот закрываете. Если бы вы дали возможность вашим же замечательным людям с этого султаната, скажем, с этих от наших друзей, в общем, и того вида безимдерчиков, и тех же турков, и тех же иранцев, говорить, вам бы было бы легче. Вы бы увидели бы, до какой степени весь этот мир взаимосвязан. Сейчас кто-то скажет из этих самых, из закавказских татар. Так что, вы нас уму-разуму научили? Ну, в каком-то смысле, да, конечно. И нас научили, и мы вас научили. И вы будете дальше кого-то учить, если придут еще какие-то дикари на вашу голову.
Что это не так, это неприемственность истории. Что вы из всего делаете? Как вы, ребята, вы знаете, вы мне напоминаете истерических женщин, которые из всего делают проблему. Вам не стыдно? Где наши закавказские татарские мужики? А? Я вырос среди закавказских татар. Вы меня извините, мужики столько не говорили. Это был немногословный народ, весьма скромный, говорили по делу, чувствовали дистанцию. Люди гадости, мужики, не говорили. Кто за вас говорит сегодня, ребята? Неужели это вы? Неужели вы так опустились? Я не верю в это, кстати. Это слово «hermet», которое было в вашем народе, оно было из поколения в поколение у вас, у закавказских татар. Кто у вас забрал слово «hermet»? И вы превратились, вот то, что вы превратились сегодня, ноющих и постоянно жалующихся обиженников от культуры и от геополитики. Итак, значит, греки украли у финикийцев 19 букв. Греческая, финикийская буква Айилеф, Айилеф стала греческой Альфа, финикийская буква Би, Бет, стала Бета, финикийская буква Ди, Далет, стала Дельта. Как было сказано уже, что наиболее радикальные и потрясающие изменения, внесенные в финикийский язык и украденные у финикийцев, было введение гласных звуков в греческом языке. Понимаете? Греки добавили 5 гласных. А, Е, Ай, О и Ю. И вот, внимание, греческий алфавит в результате был распространен на этрусков, римлян, коптов в Египте, которые заменили иероглифы там. Я не хочу вас перегружать ненужными цифрами. Я вам рассказал потрясающие вещи. Я акцент делаю на этой абсурдной истории о воровстве эфиопского алфавита Месропом Маштоцем. Эфиопы – наследники финикийского алфавита. Не было бы финикийского алфавита, не было бы эфиопского алфавита. Уже закройте рот все. И ничего в этом ненормального нет. Это нормально, это здоровое состояние. Греки заимствовали 19 букв у финикийцев. Заимствовал ли Месроп Маштоц какое-то количество букв из так называемого эфиопского языка, я очень сомневаюсь. Знаете почему? Рядом с Месропом Маштоцем было такое количество потрясающих древних алфавитов, что для этого океан пересекать, ехать в Эфиопию не надо было. Он изучал, я вам об этом расскажу в следующей программе, он изучал существующие алфавиты. И он на базе этих алфавитов, точно так, как греки это делали, персы, арабы, наши друзья, возьмите вот этих безимдырщиков сегодняшних, это же все результат диалектики культурной. Ну что вы столько об этом говорите? Что в этом ненормального, когда люди перенимают друг у друга обычаи? Вот возьмите вас. Недавно, безимдирщики, вы жили в юртах, сегодня вы живете в домах. Вы мне скажите, пожалуйста, разве это не есть диалектика цивилизации? Что в этом ненормально? Вы что, у нас, у людей европейского корня, индоарийского корня, украли дома? Или вы просто восприняли это как следующий шаг вашей цивилизации? И что в этом дурного, а? Вы заставите меня, армянина, пойти жить в юрту? Ну, конечно, нет. Жили ли армяне в юртах? Ну, может быть, они жили 10 тысяч лет назад в чем-то похожем на юрту. А что, это плохо? А то, что вы, кочевники, жили в юртах, это что, плохо? Или это просто то, что было? Вы выживали, вам надо было выжить, вам нужны были новые... Ну, успокойтесь, говорите по делу.
Благодарите Бога, что вам удалось переместиться от этой дикости, в которой вы были, наконец, цивилизованные места. Что с вами? Почему бы вам не опуститься на колени перед Аллахом и прощение попросить у Него за ваше... за вашу псевдогордость, за неизвестно что? Я вам не предлагаю в юрты ехать, кстати. Я рад, что вы живете в домах. А вы рады, что мы живем в домах? Вы нам желаете этого? Нет, вы не можете этого желать никому. Вы все хотите безземлер. У вас по-другому не устроены мозги. Пока. Пока по этим мозгам не ударит то, что ударяет периодически всех. Посмотрите обратно на историю. Я вас не пугаю, я говорю то, что с вами будет. Итак, Джон Нобл Вулфорд написал, он очень известный лингвист, написал в «Нью-Йорк Таймсе», алфабетическая запись появилась как сорт короткой записи в предположении, что там не больше, чем 30 символов, скажем, букв, да, и каждый из этих символов представляет из себя звук, да, А, Р, Б, В, в армянском, грузинском так. И вот и этот алфавит, в конце концов, потому что он был гораздо проще, более прогрессивный, заменил египетские иероглифы, которые были раньше всех, так сказать, в которых сотни символов для слова или фразы, которые по-английски называются пиктограф. Пиктограф. Пикто, картина, граф, графа, они заменили вот эти вот идеи картинок и сделали возможность людям общаться. То же самое то, что шумеры, Месопотамии и так далее развили вот эти вот надписи на табличках, вот эти вот кунеиформы. Кстати, безземельщики, что-нибудь вы знаете о замечательном горском евреи? Жители города Баку, замечательном гении лингвистики Закария Сечин. Почему вы ничего не рассказываете о уроженце города Баку, горском евреи Закарии Сечине, этим гением, который владел столькими языками? Это один из потрясающих, редчайших людей среди сефардов. Он попадает сначала в Израиль, потом попадает в Соединенные Штаты. Он тот, кто расшифровал таблички шумеров. Ребят, почему вы о нем ничего не говорите? А? Вам же есть о чем говорить. Почему вы, горские евреи, которые создают вот это вот баламутство в Азербайджане против армян, используя азербайджанские имена и прочие фамилии, почему вы не рассказываете тем же азербайджанцам, тем же армянам, всему миру о гении вашего сефарда Закария Сечини? Он не заслуживает вашего внимания, потому что он не следовал Ветхому Завету, он был ученым, правильно? И он пытался установить правду, а вам эта правда не нужна. Вы боитесь, вы как черт ладана боитесь, что когда-нибудь скроется, что Ветхий Завет был списан у кого-то. Не потому что я об этом знаю, потому что это естественно. Ничего не возникает на пустом месте. Ветхий Завет, Новый Завет, все это дело – вопрос диалектики истории. Это все безимдер от других народов. Вы не видите правду, нет? Поэтому вы боитесь Закария Сечина, потому что этот гений не был религиозным. И он никаким образом не поддерживал избранность Ветхого Завета. Это был гений, Царство ему небесное, прекрасный человек был. И таким образом мы двигаемся дальше, что вот шумерские таблички и так далее, они были в районе 3200 лет до Рождества Христова и так далее и тому подобное. Не хочу вас перегружать. Вот рассказывают про один из древнейших семитических языков. Семиты были потрясающе умными людьми. Аккадиан, аккадцы, который был переносчиком великих древних знаний и литературы, написанные на этих кунеиформах.
вот на этих табличках. Понимаете? Мы же ничего об этом не знаем. Вы не хотите сказать, это тоже Безимдер или армяне украли? Ой, боже мой. Не буду перегружать. Иду вот по верхушкам. Эти вот канонайцы, которые были финикийцами, использовали очень неопределенный слоговую запись прото-библиан второго столетия до Рождества Христова. Которые, это все имело отношение к палестинскому и Синайскому перешейку районам географическим с этим неопределенным видом записей. И это называется Sinaitic script. О семитах пишут потрясающие вещи. Ребята, еще раз, не о евреях, а о семитах. Семиты – это не евреи. Евреи – частично семиты. А семитов была тьма. Почитайте, узнайте. Являлись ли семиты в начале нашей цивилизации? Ну, конечно, являлись. Но это не ветхозаветные номера и тырки. Это гораздо сложнее и гораздо более интересное. Это наука. Понимаете, против лома нет приема. Ребята, слова никому не нужны. Потрясающая совершенно цивилизация финикийцев. Значит, вот пишут. Финикийский алфавит, алфабет является предтечей этрусского алфавита, латинского, греческого, арабского, наших друзей и многих других. Вот так. Вот такие необыкновенные вещи. Вот пишут, что алфабетические записи были найдены уже в позднем бронзовом веке от Угарит. Там, где Угарит, это тоже одна из этих вот территорий, стран, там, где этот cuneiform script использовался. Финикийские слова найдены в греческом и классическом римском, латинском, так же как в египетском, аккадийском, арабском, арамеек и наших друзей записей. Понимаете, какая цивилизация была? Обалдеть! Язык, который был написан с 22 буквами ихнего алфавита, в котором не было идентификации гласных. Понимаете, интересно вообще. Просто обалдеть можно. В общем, то, о чем вот мы сказали, подчеркиваю тем, что вот это создание алфавита и распространение алфавита как формы отражения слова, создание слова и отражение его в записи было наиболее важным достижением финикийской расы семитов современной цивилизации. Теперь дальше. Вот статья «Финикийская запись, Библия и происхождение прописного языка наших друзей». Вы меня поняли, да? Они же, вот их послушать, они скажут, что финикийцы – это они.
Они скажут, что это они создали все на свете, они же беземдырщики эти вот, наши друзья. Еще поразительная публика, наглая какая, понимаете, истории для них не существует, для них вообще ничего не существует. Финикийские записи были использованы, так, для того, чтобы привести в порядок Библию наших друзей. Ну, Старый Завет, Ветхий Завет. Поняли? Вот так. Имейте это в виду. Пожалуйста, не выдумывайте, не рассказывайте никому сказки про то, какие вы великие, откуда вы там все. Ветхий Завет состоит из коллективной работы, созданной в разные времена, от 12 до 2 столетия до Рождества Христова. Никакие манускрипты до прежнего периода не сохранились, и, к сожалению, уничтожение Иерусалима и депортация евреев в Вавилон в 587 году до нашей эры этому не помогло. Вы понимаете? Что же беда, да? Взяли вот так вот людей, выселили. Понимаете? Ну разве можно так с людьми обращаться? Взять, прийти, уничтожить этот Иерусалим, прекрасный их город, там, где они жили, и вывести этих людей всех. Ну разве так делают с людьми? А? А вы сегодня хотите то же самое сделать в Арцахе или с Арменией? Ой, ребята, не играйтесь с огнем. So the clear is the fact that we call ancient Hebrews nothing more than Carolina's finisher. Что очень важно сделать абсолютно ясным для всех. Внимание, мои дорогие. Древний еврейский язык, ancient Hebrew, ничего более того, что это канонайтский финикийский язык. Евреи приняли финикийский как свой собственный язык. Внимание! Это что значит, что они украли этот язык у финикийцев? Или приняли его? Это что значит, что Месроп Машторм пересек чуть ли не океан, море-океан, пошел и украл у эфиопа? Вы понимаете, что такое Эфиопия, ребят? Вы себе представляете? И он у них украл их алфавит. Ребят, вы посмотрите, вот сегодняшние вот древние евреи, они приняли финикийский язык как свой собственный язык. Еврейский язык фактически был языком Канан. Понимаете, это не евреи. Я вам это прочту на английском. Одно из подтверждений того, о чем я сейчас говорю, взято из Библии. В Исаии 19:18, которое говорит: «In that day five cities in Egypt» – в тот день пять городов в Египте – «will speak the language of Canaan» – будут говорить язык Канана – «and swear allegiance to the Lord Almighty» – и поклоняться и быть преданным Господу Богу. Один из них будет называться городом, one of them will be called the city of destruction, будет называться городом разрушения, городом солнца. И это Heliopolis. Это вот объясняют нам. В старом Ветхом Завете финикийский алфавит продолжал использоваться в различной форме, описывая Бога на еврейском, на греческом языках. Еще раз и еще раз, вот этот вот Ветхий Завет был написан на финикийском алфавите. Поэтому вам, наши друзья, надо тоже закрыть рот. Вы надоели.
Вы всему миру надоели своими лживыми идеями о том, кто вы, откуда вы, чего вы. А зачем это все надо, если у вас есть свое место? У нас у армян свое, вот у этих грузин свое. Что вытыкаться? У закавказских татар свое. А что, это позор быть закавказским татарином? А это позор быть индийцем? Да сколько можно в оскорбительном тоне говорить друг о друге? Закавказский татарин тоже человек, вот такой, какой он есть. И он меня совершенно не интересует. Он меня интересует только с точки зрения, как бы от него отгородиться и больше его никогда не видеть и не слышать о нем. Почему? Потому что они нам неприятности приносят систематически. Зачем они нам нужны? Чтобы от них неприятности получать. Ну, в общем, ребят, вот такие дела. Я тихо-тихо подхожу к концу этой передачи в смысле общей информации по поводу алфавитов, для того, чтобы чуть-чуть это осело. Я совершенно не собираюсь сегодня говорить ничего о Месропе Маштоце, потому что я вам потом расскажу в одной из передач, как Месроп Маштоц создал наш армянский язык, а потом в другой передаче я расскажу о потрясающих загадках армянского языка. И здесь мне мнение наших друзей Безимдерчиков и никого не нужно, это факты, которые носят практический характер, и у меня вызывает какую-то даже дрожь, потому что я не могу понять, как это работает. Значит, так. Вот пишет еще один совершенно замечательный ученый американский, у меня нет времени на него сейчас, доктор Дарнелл, он пишет, ну, после своей вступительной речи, что это дает нам право говорить о том, что 99,9% определенности, что первые алфабетические записи были развиты семитическими людьми. Вы представляете? Это был случайный гений этих семитических людей, которые первый раз в истории человечества и литературы создали подобное. Обалдеть, да, можно? Ребят, вот я вам рассказал сегодня то, что я лично особенно и не знал. Мне это надо было. Мне это надо! Сказала Сага, мне это надо. Шлёма, иди спать. Вот смотрите, вот такая фраза. Это пишет Геродот. Финикийский алфавит – это предок греческого алфавита. Отсюда он предок всех сегодняшних западных, западно- и восточноевропейских алфавитов. Потрясающе, но это уже Геродот, это уже это не Ашот Адамян или там Качарян или еще кто-то. Итак, друзья, я закончил. Я закончил. Я сам получил большое удовольствие от того, что я вам рассказал. Я буду идти маленькими порциями, я не хочу торопиться. Я хочу, чтобы вам всем было бы понятно, что на пустом месте ничего не возникает. Я вам рассказал о преемственности цивилизации. Я вам рассказал о преемственности языков, алфавитов. Никто ни у кого ничего не ворует, наследует, берет для того, чтобы лучше отразить то, что есть. Понимаете? Прекратите. Я пытаюсь развенчать миф о том, что
Необыкновенный человек, о котором не очень-то много известно, Мишроп Маштонс, наш патриарх, создал армянский алфавит на базе существующей огромной, могучей цивилизационной алфавитной информации. Мы не являемся оригинальными в этом деле армяне. Ни мы, ни грузины, ни арабы, ни евреи, ни безимдырщики. Мы имеем корни там, в Шумерии, мы имеем корни там, в Аккадии, мы имеем корни у финикийцев. Ребят, прекратите! И это только начало. Я вам буду рассказывать, я буду вас просвещать. Я хочу, чтобы вы вышли из своей примитивной парадигмы, куда вас загоняют ваши власти и существующие демагогии тех, кто никак не может успокоиться, что они не являются самым-самым-самым. Человечество является самым-самым-самым. И в это человечество входит мы, армяне, закавказские татары, грузины, избранные и прочее. Мы все вместе, а не в отдельности. Когда-нибудь вы это поймете, если вы еще сохранитесь, кстати. Вот это вот тоже сложность. А, мне, знаете, я смотрю на Ян Тапан передачу, и мне очень нравится то, что ведущий говорит, чтобы всем было хорошо и чтобы был бы мир. Чтобы был бы мир. Думайте, чтобы был бы мир. Аджагуцун. До свидания. Чох Сауло. Солом. Фэрвэл. Гуля-гуля. Ребят, заканчивайте уже все это. Как вы надоели. Как вы надоели. Thank you.